Я, по-моему, очень редко вот так близко сижу к исполнителю, и вот могу наслаждаться сегодня. Спасибо огромное, садись рядом с нами. Зина, мы знаем, что пение пришло только 15 лет тому назад. Сцена пришла 15 лет назад. Пела я с детства, а вот на сцену вышла именно сюда 15 лет назад. Ну, достаточный срок для того, чтобы набрать свой репертуар сотню различных старинных, современных романсов, песен. И договорились, что сегодня таким ключевым словом нашего концерта будет любовь. Да, у меня еще здесь сценарий написано «Свободная». Я на всякий случай не буду говорить, мало ли кто как поймет. Сегодня времена у нас такие странные, поэтому пускай все сегодня будет посвящено любви. А ключом к этой любви станет «Либертанго» аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. Это произведение написано в 1974 году. Анатолий Дроздов. Танцевал.